Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор, а также тестирование. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Итак, это мне пришли товары с магазина Бортпредти. Как раз в магазине Бортпредти будет распродажа на Черную пятницу. 27 числа она будет начинаться. Ссылочки на магазин я вам оставлю в описании под видео, а также я вам ставлю промокод на скидку 10%. Если можно сэкономить, почему бы это не сделать? И, конечно, в Черную пятницу на сайте будут хорошие скидки. Давайте посмотрим на новиночки. Это мне пришли вот такие гель-лаки. Цвет под номером 72 и 24. Так, поближе. Что тут заявлено? Номер цвета 24. И второй. Вот такой 72, такой оливковый цвет. И что заявлено? Так, и еще один, это новиночка. Давайте все с вами выкрасим. Давайте начнем. Баночки стекло, 10 мл, цвет указан на баночке. Хорошая, красивая серия, там есть разные оттенки на любой вкус. Это вот такой какой-то красный с коричневым подтоном. У меня на ногтях яркий красный. Это идет такой приглушенный красный. Запах присутствует. Немножко проплешивает. Сделаю сейчас средний слой. Такой цвет. Дальше цвет под номером 72. Это с той же серии. Так, это все упаковано было под пленочкой. Я уже без вас открыла. Это вот такой красивый цвет. Так, конечно, цвет на любителя. Такой лимонный. Еще бы его я назвала. Так, два цвета вместе. Цвет яркий, насыщенный. 72. И новиночка. Это идет у нас. Это уже баночка поменьше, как я говорила. Это идет 6 мл. Вот такой интересный цвет. Такие как бы штучки идут на прозрачной подложке. Наверное, эта база с чем-то смешана. Вот такой эффект перепелиное яйцо. На любую подложку интересно будет смотреться. Вот так они вместе, перекрыла я топом. Интересный, конечно, эффект перепелиное яйцо. Желтый такой цвет мне понравился. Не забываем, девчонки, про Черную пятницу и про скидки на сайте Бортпредти. Это в официальном сайте. Ссылку на сайт я вам оставлю в описании. Дальше смотрим. Следующая посылочка. Это мне пришла фольга, новиночки фольги. Фольгу я люблю. Срока годности нет. У меня очень много разной фольги уже было на обзоре. Кому интересно, посмотрите в моих предыдущих видео. Вот такая красивая голографическая фольга. Я люблю все блестящее. Кто меня смотрит, знает. Ну а кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Это идет такой принт. Змеиный, голографический. Так, поближе, очень красивая.
фольга. Дальше следующий. Также идет подобный змеиный принт, но это уже идет розовая фольга. Дальше. Следующие. Это вот такая интересная. Еще. Ну, это все голографическая фольга. Как работать с фольгой, у меня уже видео подобные на канале есть. Главное, хороший клей. Мне очень нравится и обычный клей для фольги. Это такая леопардовая, также красивая, на прозрачной основе. Вот такая разноцветная. Там есть разные модельки фольги у продавца. И новогодняя красивая. Я себе также заказала. Также в магазине часто есть купоны. Это магазин Major Digit. Используйте и экономьте. Я всегда стараюсь делать свои покупочки с купонами. Вот такая фольга. Итак, все вместе еще раз. Больше всего мне понравилась вот эта фольга. Ну и вот такая интересная. Короче, мне надолго этой фольги хватит. Главное, что срока годности нет. Дальше смотрим. Ну и, конечно, там есть разные виды фольги у продавца. Дальше следующая посылочка. Это уже поменьше. Это идут цветные типсы для наращивания ногтей. Там есть разные цвета у продавца. Это вот такой голубой, нежный голубой, цвет под номером 2. Там есть и розовые, и красные оттеночки. Разные цвета. Вот такой наборчик. Можно делать наращивание или на клей, или сейчас новинка вышла, что можно делать на наклейке, наращивание, клеить. Какой красивый цвет. Конечно, длина большая, я думаю, что если вам надо поменьше длину, можно легко убрать и подпилить пилочкой. Там есть разные модельки, типс продавца. Цвет, конечно, красивый, небесно-голубой. В наборе идет 100 штучек. Дальше. Следующая посылочка. Это у меня пришли пластиночки, новиночки. Давайте посмотрим вместе. Это от JR, новая ихняя серия. Там дальше новинки вышли, но уже новые большие такие пластины. Кому интересно, зайдите в магазин, посмотрите. Пластина под номером 367. Это уже зимняя тематика, новогодняя. Красивые линии тут. Идет многослойный стемпинг, можно сделать. Дальше 368. Это такие ручки милые, мимимишные. Дальше вот такая как бы животная тематика, лесная. Пластина под номером 361. Немножко вам освечивает. Вот так поближе. Интересные рисуночки. Подойдут как на длинные ноготочки, так и на короткие. Элементы есть и маленькие. Дальше. Это идет хорошая пластина. Нравится мне, что тут есть еще цифры. На Новый год можно сделать. Дальше тут английские буквы. А также зимняя тематика. Снежинки, вот этот такой интересный лесной домик, елочки, такие как бы градиент, точечки. Также будут интересно смотреться на ноготочках. Совушка, пластина под номером 366.
Еще одна из новинок, это самая новая, как бы, EGR пластина под номером 370. Тоненькие линии, все как мы любим. Я эти пластинки люблю, делаю постоянно заказы, так как качество хорошее. Главное, что они на подложке. И, конечно, когда распродажа, очень выгодно их покупать. Также в магазине есть купон. Если вы берете заказ на определенную сумму, также можно сэкономить. Вот такие пластины. Ну, мы обязательно с вами в конце сделаем тестирование вот этих пластин. Давайте дальше смотрим. Так, тут у меня пришли новогодние наклеечки. Я наклейки люблю. Они у меня всегда актуальные. Это такие пингвинчики. 691 наклеечка. Вот инструкция, как использовать. Дальше следующие. Это также новогодние надписи. Merry Christmas. Счастливого Рождества. Снежинки красивые такие. Чтобы нарисовать снежинку, конечно, надо больше времени, и самой себе это делать неудобно. А такие наклеечки как раз помощь. И еще более яркая. Мне больше всех понравилась вот эта наклеечка. Если их все вместе сравнить. И больше мне понравилось вот это. Тут разные смешные такие Деды Морозы. Надпись есть. Олененок. Вот этот прикольный. Да. Это все идут 3D наклейки. Легко с ними работать. Там есть разные наклейки продавца. Вот такая зимняя тематика. Дальше следующая посылочка, это также фольга. Как я говорила ранее, есть много разной новогодней фольги. Вот я заказала себе вот такой замечательный наборчик новогодней фольги. Какая-то красота. И давайте с вами посмотрим поближе. Такие снежинки, нежный голубой цвет. Вот это наибольше мне понравилось. Такая яркая. Игрушки. Так, фокус. Дальше следующие. Снежинки. Ну, зимой всегда актуальны снежинки. Merry Christmas надпись. Такие завиточки, игрушки. Очень красивая фольга. Даже больше мне понравилось, если сравнить с предыдущей. Вот такие снежинки. Также мне нравится фольга, что идет в контейнере. Разноцветные на красном и на синем фоне. Длина идет метр фольги. Вот такая нежная голубая. Подарочки. Елочки, веточки. Вообще крутая фольга. Очень довольна. Довольна как слон. Красивые рисуночки. Вот такие домики. Дед Мороз с подарками. Красивой на белой подложке сделать. Сразу с белым фоном. Дальше следующее. Это вот такая яркая. Пишите мне свои комментарии, нравится ли вам работать с фольгой. Вот. Игрушки. Рисуночки такие небольшие, подойдут на
короткие длинные ноготочки. Ну, это такая какая-то расцветка в клеточку, так ее бы назвала. И еще одна, вот такие надписи тут присутствуют, такая серая. Просто замечательный набор. Так, еще все вместе. Советую, девчонки, обязательно. Дальше смотрим. Вот такая штучка мне пришла. Это как бы под пальчик, чтобы удобно делать себе. Такая подставочка. Цена бюджетная. Пластик. Такой плотный. Все пришло целое. Ну, конечно, упаковка без ничего. Но все пришло целое. Доставка быстрая, но без отслеживания. Дальше вот такая посылочка. Это мне пришел набор. Это такие новиночки, штучки, наклейки для того, чтобы клеить типсы на ноготочки. Такой наборчик идет. Сейчас мы откроем, посмотрим. Вот я уже открыла. Вот такие штучки. Под продавца постараюсь вам оставить, как это использовать. Вот такой наборчик, чтобы делать наращивание на типсе. Думаю, что мы обязательно сделаем с вами такое видео. Посмотрим. Ну, конечно, я думаю, что если делать наращивание, все же клей лучше, наверное, держит, нежели такие наклейки. Но если вы такие наклейки использовали, делали наращивание на типсе, напишите мне свое мнение, как держится, сколько держится. Я буду пробовать. Это такая новиночка. Все же напишите, чем лучше делать наращивание на типсы, если вы использовали наклей для типс или вот такие наклейки использовать. Следующая посылочка. Это я выиграла на халяве. Набор матовых вот таких типс. Там были разные цвета, но на розыгрыше были вот такие матовые. Вот такая овальная форма, такой цвет матовый. Вот так приклеили. И уже ногти у вас готовы. Выиграла, конечно, приятно. Там есть другие цвета у продавца. Ну, цвет, конечно, вообще супер. Следующий — это вот такой набор верхних форм. Это новинка на сайте от Major Digit. Набор идет 100 штук. Вот так хорошо упаковано. Там есть два разные вида, если я не ошибаюсь. Такие верхние формы для наращивания ногтей. Хорошо все упаковано, с отслеживанием, доставка быстрая. Дальше следующая посылочка. Это два набора страз я заказала. Так, смотрим. Это идет набор под номером 5 и 6. Там есть разные стразы продавца, немножко неподобные. И светлые стразы, там есть яркие синие, фиолетовые, голографические такие, хамелеончики. Вот такие цвета 6 и 5. Так, их если сравним поближе. Синие классные, там есть голубые. Короче, на любой вкус. Разные размеры. Можно сделать любую композицию. Также можно использовать для других целей, не только для ноготочков, что-то украсить. Короче, для творчества. Хороший набор. Доставка быстрая. Где-то месяц, и они у меня. У меня очень много разных видео с этими пластинами. Так что, кому интересно,
посмотрите у меня на канале. Буду использовать Beauty Big Bang Clock для стемпинга. И давайте, меня интересуют вот такие мелкие цифры. Буду использовать свой двойной штампик. Все замечательно перепечаталось. И возьмем вот эти типсы. Вот насколько он липкий. Сразу типса приклеилась к штампику. Все просто замечательно. Еще вот тут рядышком отпечатаем, попробуем. Вот немножко снежинка перепечаталась и остальные цифры. И еще протестируем с обычным лаком. Это у меня лак для стемпинга Beauty Big Bang и обычным, самым обычным лаком. Остальные рисунки сделаем на бумаге. Так, давай и эти снежинки разные. Олени. Да, все замечательно. Пластина рабочая. Вот такие рисунки у меня получились. Еще хочу вот эти точечные сделать. С обычным лаком, да, также хорошо работает пластина. Ну, у меня эти пластины одни из любимых. Кто, конечно, меня смотрит, знает, что я люблю JR-ки. И всем советую. Вот такой эффект точечный. Немножко поближе. Все хорошо перепечаталось. Конечно, плюс пластин, что можно любым цветом сделать рисунок. Вот такая у нас сегодня была с вами распаковочка, обзор и тестирование. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам многоточков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.